Налаживание сотрудничества и установление тесных партнерских отношений с российским ИЖЭСКом произошло в прошлом году. Итогом обмена опытом стало подписание соглашения об установлении побратимских связей и сотрудничестве, которые скрепили своими подписями главы городов. Потенциал для взаимодействия двух сторон есть, и это еще раз доказала сегодняшняя встреча делегации из ИЖЭСКа с главой областного центра Александром Рогачуком. Во главе угла социальная сфера. Превалирующее направление совместной деятельности. В ходе диалога его участники обсудили ряд тем, связанных с отраслью образования. Провели сравнительный анализ работы с молодежью в городах-побратимах, особенности обучения и организации досуга, патриотического воспитания подрастающего поколения, участие юношей и девушек в общественной жизни. Важной составляющей визита является участие в митинге, посвященном 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, а также в реконструкции. Для кадетов из ИЖЭСКа, которые, к слову, прошли предварительный конкурс, особым пунктом программы стало посещение вахты памяти. Впечатления колоссальные. Дети приезжают, у них просто, вот, знаете, глазища, а не глаза после всего этого. Поэтому, прежде всего, огромная благодарность вашему руководству, в частности, Александру Степановичу Рогачуку, с учетом нашего соглашения городов-побратимов, оно выполняется в полном объеме, и такая колоссальная помощь. И я понимаю, что на сегодняшний день город Брест весьма посещаем, и очень много приезжает делегаций, и каждой делегации уделяется особое внимание. Спасибо, спасибо, тысячу раз спасибо. В состав делегации впервые включены специалисты такого ранга. Я думаю, что наше общение позволит перейти к более плотному сотрудничеству в части сотрудничества системы образования города Ижевска и города Бреста. Всегда такие процессы сопровождают радость общения. Радость общения с другими людьми, чуть-чуть с другим миром, чуть-чуть с другим опытом. Это всегда полезно для развития дальнейшего. Города-побратимы планируют в дальнейшем развивать отношения в сферах промышленности, торговли, образования, молодежной политики, культуры, спорта, туризма и других отраслей. Одним словом, на площадках, которые представляют взаимный интерес. Первые шаги сделаны, в перспективах сотрудничества и эффективном обмене опытом сомневаться не приходится. Почерпнуть ИЖЭСКу у стремительно развивающегося Бреста есть много полезного. Об этом неоднократно упоминали официальные лица в ходе диалога. Глава города над Бугом Александр Рогачук, в свою очередь, пообещал, областной центр будет заимствовать идеи у города-побратима. Встречи и обмен делегациями, они, безусловно, были раньше. То есть наши кадеты не первый раз уже участвуют в событиях, которые будут определенным образом отмечены 22 июня. Но именно на уровне официальных делегаций, на уровне взаимоотношений, то есть это первая встреча после подписания соглашения о побратимских отношениях. И вот со всеми городами, с кем у нас выстроена подобная уровень работы, как между городами внутри Российской Федерации и городами внешне, то есть мы обмениваемся с коллегами опытом, мы обмениваемся проектами, мы обмениваемся уже какими-то реализованными идеями, которые позволяют сделать чуточку город лучше, и это, безусловно, работает всем в плюс. Для нас очень важно, что город-побратим нас всегда ждет, и наши взаимоотношения, которые в прошлом году были оформлены в определенные документы, это не просто бумага, а это уже непосредственно совместная работа по различным вопросам, проектам. Программа посещения Бреста российской делегации насыщена. Гости областного центра посетят учреждения образования, культуры, спортивные объекты, музеи, осуществят экскурсии по городу и памятным местам.